Это Аня Роб, точнее Аня. И сейчас я просто не в обычном месте, а не в обычном доме. Я сейчас в Сновке. Сновка – это такая база отдыха, вот, где кругом сосны и череповцы. В общем, тут так круто, мы, наверное, 30-й раз уже туда ездим. И мне не перестает радоваться. В общем, сейчас родители на завтрак ушли, а я не олень, и я захотела снимать видео. В общем, я сейчас с чайком. Горячий чаек. Вот, в общем, что я вам расскажу. Здесь я буду, здесь будет концерт. Это еще неизвестно, будет дождь. Знаете, загорело нет, такие блонки, как Вот. Я буду кататься на роликах. Это обязательно. Буду ходить в портал, там, всякие, можно кидать мяч, волейбол, там, тренажер, тянуть мышцы. А вот, в общем, ходить за ягодами, может быть, кататься на качельках, вот, ходить за чайком, который такой классный в автомате, витаминированный чай за 10 рублей. Вы просто обожаю его. В общем, и я могу вам показать вид из окна мой. И вообще, может быть, даже отель, номер. Отель, блин, сказал, так как богатый. Вот. В общем, выискивание. Только что стало. Вот. Вот такой вот вид. Как повыше сделать? Это такая кровать, тут ничего, нифига не видно. И могу даже вид из окна показать, если вам, конечно... Ну, в общем, все, наверное, на сегодня, да? А в следующий год мы, в общем-то, едем не летом, а зимой. Вот, такие времена года. И я вам потом расскажу, когда мы поедем зимой. Сейчас я сниму с ноутбука. Вот. И тут есть халявный Wi-Fi. Это круто. В общем, то же самое я расскажу про зимний спорт и все про зимние. В общем, с вами была Аня. Еще раз. Я вас люблю. Ну, уже пока что люблю. Это уже такая симпатия привелась. В общем, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх. Ну, поддерживайте меня добрыми комментариями. Я стараюсь вас. В общем, ставьте лайк, что... Были ли вы в Сосновке или вообще не были? Я вам расскажу все подробно там. В комментариях и т.д. Пока!